Дырка в хатке. Норка прогрызла. Ищи, ищи давай. Че, нету что ли? Скажи, я бы знал еще кого искать, да? Так, ладно. Мы еще сюда вернемся, да? Еще пройдем, поищем. Тут вроде ондатры живые, мне не подойти. Лед тонкий. Сюда норка еще не дошла, да, Шорох? Пойдем еще пройдем. Там где-нибудь рядом поищем, где дырка в хатке. Всем здравствуйте. Выпал у нас в ночь снежок. Пошли мы зверюшек посмотреть. Шорох, иди ищи давай тоже. Ночью где-то середина ночи закончился. Как бы сейчас пойдем сначала зайчика шуганем. А может лисичка какая-нибудь или енот случайно выскочит. Да? Морда рыжая. Собаки хоть побегают. Ну как-то вот так вот. Что будет интересно, включусь. Не, так просто бегает. Лесой набегано. Было вот ночной есть след. И сейчас в начале леса был свежий. Уже после снега. Должна она где-то вот здесь в кустах, наверное, залечь. Вот, в общем, заячий след. Придутый. Не знаю, как мы его в таких кустах будем искать. Главное, чтобы хоть просто поднять. Не обязательно нам его стрелить, что мы зайца не видели. Главное процесс. Главное процесс. Прошлые года я он там поднимал, слева, вот от этой дороги. Ну вот тут туда-сюда нахожено много. Наверное, где-то он в траве лежит. Пусть собаки пошарятся. Будем смотреть. Идем смотреть шорохом Грета. Мне показалось, тут что-то белое мелькнуло. И она потом сразу же почти метров 10 пробежала. И начал козел сейчас нас облаивать. Грета перескочила туда. Проушенный, так то ли заяц, то ли одна косуля туда побежала, а вон она уже вообще откуда возвращается. Сейчас посмотрим по следам, кто там был, а заячий след был сюда. За кем убегала? Молодец. Тут козлиные следы. Посмотрим. Грета проскочила, а Шорох заскочил, что-то вдухал, да? Ну-ка, да, показывай, что нашел. Что нашел? Мышей, что ли, нашел? Ну-ка. Фу, блин. Яйца пухлые. А ты сожрала уже, да, свою пайку? Хороший нюх у щенка, хороший. Фу, блин. Все, перчатку на выброс, стирку.
Зачем я пальцем туда ткнул? Да? Молодец. Фу. Ладно, дайте. Пришли мы по снегу полазить на хатке. Вот в прошлый раз шорохом были, вон дырка, говорят, обвалила маленько. Ее тогда не было. Но и следов здесь нету. Сейчас пройдем по тем хаткам, какие там были, да? Еще поищем, посмотрим. Домой. 16 ноября. Две утки летают. Шорох. Сейчас сели. Можно подкрастись. Наверное. У меня, правда, двойка, но у меня есть еще и пятерка. Так, ну ладно. Утки — это хорошо, но мы начинаем специализироваться по пушным животным. Пробовать. Что тут? Вот какой-то зверечек. Может быть, и нужно нам. Грета, айда. Что за зверь? Надо искать. Сейчас будем торопить маленького зверька этого. Но не норка, мне кажется. Ладно. Идем ищем. Мы движемся в правильном направлении, в общем. Четверить такими прыжками, наверное, хорек. Будем думать, что хорек. Давайте, ищите. Ты кого ешь? Моя Грета. Кого грызешь-то? Ну вот набегано там много, вот дорожка целая. Давай ищи, шорох, ищи туда. А, тут еще хатка вот. Похоже. Не хатка это. Нет, это не хатка. Так, ладно. Потом спущусь. Ну что там? Есть зверь. Такое чувство, что кого-то ест. Ну-ка, отходи. Не видно, но кого-то первый-то раз съела, слопала. Так, пока она у нас смотрит здесь. Ищи, давай следы ищи. Хе-хе, трава, да? Так, Грета вроде пошла кого-то нюхать. Ладно, мы же увидим, если кто-то убежит отсюда. Идем. Следующая хатка первая, на которую мы с Вороном наткнулись, тоже дорога. Тут набегано, туда набегано, сюда. Грета шарится где-то по камышу. А ты что съел такое? Вытропить-то мы его, похоже, шорохом вытропили. Вот он. Одной след.
Товарищи, товарищи. Грета, Грета. Грета, 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 иди сюда. Шорох, отойди. Грета говорит, что там кто-то есть. Или был, да? И шорох говорит, что кто-то там есть. Ищи, ищи. Эй, этот балбес маленький. Да, шорох? Ай, помогай. Двух сигалетков Грета выгнала, вот еще один. Ха-ха-ха, не успевает. А, блин, забыл уже. Надо было стрелять. Ё-моё. Ё-моё, блин. Да, шорох? Ну ё... Вон, ворон надо мной теперь смеется. Зачем я вообще эту штуку ношу тогда? Непонятно. Непонятно, да, Грета вот бежит, смеется. Собака хорошая. Далеко не гонит этого зверя. А шорох до этих двух увидел, они тут отбежали. Выскочил до куста. И из-за куста, вот из-за этой, из-за травы, вернее, не видно, они за кустом стоят. Нюхался, нюхался. Ну ё-моё, блин, Новый год без мяса. Черт побери. Ну ладно, будем ротанов жарить, парить и варить. Забыл, что ружье-то. Привык без ружья ходить. Ё-моё. Не буду на камеру материться сейчас. Отключусь, проматерюсь.